интересно. Перемешанные. А солить? Чуть-чуть. Это то, что я знаю, что не солил. А ты будешь яичницу или кашку будешь? Я кашу. Кашу? Все и как? И Кирюша есть кашу. Кирюша уже покушал кашу. Клац-клац, да. Держи. На, клац-клац. Уже дедушку на работу проводили. Да? А вы во сколько проснулись? Я вышел на улицу еще на работу дозвониться. Ну и как они там без тебя? Все хорошо? Хочешь пить? Давай чай, чай, да? Ну, подожди, он горячий, сейчас я стужу. Нет, у меня не горячий. У тебя не горячий? Нет. Поделишься, да, с Кирюшей? Да. Ну, я все равно сейчас ему разбавлю сейчас водичка. Ну, на сладкий у тебя сильно? Да, горячий. Сладкий. Ну, убери ложку, да? Нет, я буду это, хотела ложку держать. Можно. Да? А наперед можно здесь. А, ну там же сзади даже нету там сиденья, да? Там, да, чтобы возить что-то. Да. Травку, например, да? Да. И вот, можно, ты можешь туда сесть, я могу отпить. Да? А можно я за руль, может? Или ты за руль? Ну, давай ты. Сейчас, открой. Только здесь сложно открывать. Давай я, может, попробую. Да, я сам зовут. Это тебе... ты мне? Да. Я? Да. Класс. Вот так, я тебя так несу. Да, давай. Я вот так. Хорошо. Я туда. Давай. Открыть? Нет, там не открывайте. Помочь? Да, давай. Как здорово, когда есть машина, в которой можно поехать, да? Если она заводится. Так, ты хоть ее не заводил-то? Нет. Смотри мне. Это как называется? Это шуруповерт. А, шуруповерты? Да. Вот у кого-то есть шуруповерт. И это вставляешь, и оно крутится. Угу. Вот так. Да. Ну что, классно? Вообще здорово. Тут прям можно ехать далеко, да? Едешь себе далеко, да? Там даже есть. Кто-кто? А, спидометр, да, тут есть. Чтобы смотреть бензин. Бензин, правильно. У всех машин есть спидометр. Спидометр, да? Да. О, папа. Убрали уже, да? Да, вот кукурузка. Только вы не всю подряд же ломаете. Подождите, сейчас тетя Аня будет нам показывать, какую надо. Тихо, тихо, тихо. Ой! А не знаешь, что так не понимаешь. Услышать. Ой, Сержуня. Надо смотреть, чтобы она была желтенькая. А тетя Аня смотрит, да? Ты открываешь?
Не-не-не, ты не ломай, ты просто гуляй, как будто это куколки. Я, если честно, в детстве всегда девушка нам ломала, и я гуляла с этими куколками. Вот они, когда вот такие молоденькие волосики, тогда это значит, что как куколка. Это уже старенькие волосики. Куклу? Да, вот тут это как раз кукурузка. Папа, иди посмотри. Папа, я не могу. Да тут не надо. Ничего себе, какие помидорчики. Они как черри, да, но на черненькие. Да, классные. Необычные. Это называется белорусская сливка, да? Слушайте, это с Беларуси они привозили помидоры, а мама... А семена собрала? Да. Они боятся. А дедушка их оттуда выгоняет, они не хотят их. Они не хотят, да? Да, ну. Вот барашки. На, вот моя. Антоха помогает кукурузу чистить. Я пробую. Ты первый раз? Ну и как у тебя получается? Нет? Ну а подсолнух, кукуруза, что ее ожидает? Нормально? Вообще ничего не получается. Вон большой балас. Да. Балачик! Балачки! Балачки, идите сюда! Да, как спинку чешет, да? Да. Балачик, идите сюда. Балачик. Надо что-то найти тогда. А что ты собрался искать? Да того. Едем, знаешь, вот ты знаешь речку Кочеты, да? Ага. Каждый раз, ой, речка какая, блин, ну вчера не было, сегодня появилась. Не, ну речка еще ладно, ну мы... Не, ну ты понимаешь, это как, ой, облачко там, какое-то там сердечко или счетчик. Вечно в романтике. Ну правильно, надо во всем видеть прекрасное, да, Вера, красоту. Даже, ну гля, как они пьют даже воду. Даже в том, что над болотом мухи. Ну что они над болотом, над лужицей. Ты знаешь, так можно и кусок говнеца, и да, и снимать, как мухи над ним. Видишь, у тебя ловит, у меня ни хрена не ловит там. Не ловит? Не, сейчас здесь ловит. А, ну у меня возле окна там ловит. Даже две палки, вот я слышу. Все есть. Даже голоса там приходил. Теперь уже не надо. Вон там надо брать камни, там большие. Нет, нет, а тут... Гляньте, как здорово, тут дети на роликах ездят. Так что нам тоже можно на роликах взять. Пошли, пошли. А, засними. Кого? Это лужа. Давай. Ну что на прощание, сейчас еще выйдем. Пошли. Мама, мы сегодня выезжаем. Да, наверное, может завтра, не знаю. Давайте завтра уедем. Да подожди. Плюс еще есть где-то плодожорка, и по этой же боровинка и есть. А вот дверь. А, ага. Понял. Так, мы едем. Куда мы едем? На пруд? Да. Иди, поймай. А я? Да просто я ведь. Подстрижена. И я не подстрижена. И я. Вот сейчас пойдем пескуновку в магазин. Да. Ну, вы можете, наверное, посидеть. Посидите. Так, надо быстрее ехать, да, а то тучки, да.
вода у нас там колодка. А, мы сейчас с горы будем. На лугу, пасутся кони. Козлы. А вон там коровы. Уже, конечно, сейчас не так. Утки. Ну еще где? Ну еще есть. Знаешь, когда у нас на хуторе... У вас хоть есть куда выгонять, понимаешь? Это в обед мы на дойку приехали. Так, и сейчас вот Сереж налево. Пошли на эти сухарики. Так, телефон надо. Да, телефон клади ко мне туда на сиденье. По-моему, тоже Рональдо побежал. Поплыли сюда, и мы скормили. А там мальчик купался. Я вообще не видно. Там, скорее всего, где-то помыша. Да. Блин, жалко. Да, хотели увидеть лебедей, увидели пацанов. Ну, в принципе, то давай их покормим. Пускай они подплывают, наверное, тебя. Ну это ж озеро, оно что, туда и все? Это балка же, да, да. А как оно называется? Просто пруд. Просто пруд, да. Как-то и называется, но я не знаю. А, то люди плывут, а не лебеди. Самое интересное, что у нас же там еще есть и колбаса, и сыр. Подожди. Давай. И хорошо, что у нас есть одеяло. Это все благодаря Антошке. Ага. Ну а что, он его туда положил. Это ж хорошо. Я не положил, но здесь. Подожди, чтоб не на... нету там идеи. Да. Ну, мы увидим, когда... Садитесь, Тетяня. О, это что? Это что-то алыча, наверное, да. Так ее рясно, да? Угу. Только там крапивка, афось, аккуратно. И бутылка. А тут тоже связи нету. Нету связи? А помнишь, мы раньше там спускались, и там было такое плетеное, как водопад? Да. Интересно, он там сейчас есть. Ну пошлите посмотрим. Просто заново делали, тут немножко проэтывало дамбу опять. Кто-то там плывет. Это уточки, да? Это уточки, да. А глубоко тут, да? Здесь, честно, наверное. Я просто поражаюсь, как здесь купаться. Тут корень, я, если честно... Не, ну там, может, они... Раньше вот у нас там был пруд на хуторище, потом рядом пруд, там все равно они были почище, а потом их поразмывали. А уточки вот вышли сюда. Кирюхе надо водить. Пошли. Лебедя зовут Жора. Надо теперь... Давай звать.
Жора, 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 зови. Жора! Все, пошли туда, до папы, пошли. Нету Жорика, да? Нету. Жора, 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 Жора. Подплывали, мы их вот тут кормили. Кирюха, где тут Жорик? Зови, ты же местный уже парень. Все, все, хватит, не надо, вы уже чересчур. А то Жорик испугается и не приплывет к нам. Он как-то и так не особо тогда. Горит желанием, да? Ой, уже туда и девчонки прибежали, да? Купаться. Ой, не вижу детей. Ну, купаться вот уже в розовых этих вон там. Вон, сейчас я увидела, да, я сразу не видела. Я с вами, можно? Я маленький. Да, камни. Сейчас будем бросать. Кидать камушки. Ну ты когда подрастешь, тоже так будешь бросать. Так, на раз, два, три. Папа. Да, камень. А я понял. Я поняла. На третий сейчас. Теперь я. Давай. Оп. Ну нормально. О. Опа, нырнул. Нырнул, да. Ну и нырнул сейчас под дерево. Мужик, да? Вон он, ой. Вынырнул. Площадка детская, да, в Пискуновке. Вот одна улица и следующая ваша, да? Или да, еще и вот есть? Там еще небольшая, это как из крала дальше есть еще одна грамма. Ну она как это относится тоже, чуть в стороне. А вот это что, садик? Школа, да. А, это школа тут? Да. И сколько тут все классы? 11? 9, да? Да, это 11 курсаров. Автобус. Так, куда нам сюда? Не было что-то лебедей, да? Уточки были какие-то. Что, будем ждать, Афонь, пока остынет, или так будем есть? Так? Все, мы проснулись. 6 часов. Вот вышли на улицу, тут был ветер, такой дождик небольшой. Ну, здорово, сейчас свежо. Зайчик, а ты сейчас будешь грязный, это ничего страшного? Нет, я не пойду, я вот так. А, вот так давай. Он маленькая кошечка. Угу, рыженькая, да? Рыженькая, ее звать. Затем. Так я хочу, она пушистая. Папа еще спит? Да, папа еще спит. Что так долго? Не знаю, так она хочется. Грязь полетит. Вот сейчас грязь полетит. Афонь, он тебя не трогает. Гуляй. Афонь, ты начинаешь сейчас капризничать. Он тебя вообще не трогает. Да. Да, идем гулять. А тут тюрин растет. Да, тут тоже вот заросли. Идем с двух сторон. По улице пойдем сейчас на детскую площадку. Да, кума?
юный блогер. А это? Выходим на улицу Красную, а тут такое солнышко нас встречает. А вон сюда иди! Посмотреть на солнышко. Афанасий, иди сюда, сынок. Да, тучки так заходят, да? Все, поехали, Афось. Кинул камень огромный. Да. На площадку не пошли, да? Что-то и дождика нету. Надо идти на площадку? Да. Ну, зови Антона. Да. Думаю, сейчас самый первый, да? Ага. Афонечка, вот ты сейчас в грязь лезешь, уйди, пожалуйста, оттуда. Площадка сейчас может отмениться, сынуль. Площадка сейчас отменится, если ты будешь по грязи. И опять дождь пошел, пошли домой. Видишь? Да, туда. Идем домой, да. То что тучки все-таки нас. Где наша сила мысли, Афоня? Ты подумала о том, чтобы дождя не было, да? Мам, туалет уже. Уже нету? Да. Пойдем на детскую. Антон! Пойдем на детскую. Дети. Давай, да, давай. Пошлите полотенце брать. Я полотенце взять. Пошли. Илюша, это трусы уже там снимешь. Это нет. Вот, а папе-то возьми полотенце. Это папа? Да. Сейчас дети идут в баню. Ты наверху будешь? Я не знаю. А вы наверху были? Вы внизу были? А вы внизу? Жарища там? Мам, ты будешь внизу? Там настоящее лето. Так, ну что, я попарилась в бане, теперь я счастливый человек первый раз в жизни. И я счастливый. Меня хлестали. Отхлыстала. И я была счастлива. В общем, здорово прям. Теперь надо себе строить баню.